опять во второй партии провалились. Вроде потом пытались. Скорее всего, она и стала решающей. Много своих ошибок. Слабили подачу, но с Муровым у нас того года, скажем так, много уже друг друга мы знаем. Знают они где-то наши слабые места, мы знаем их слабые места. Там девчонки, конечно, поопытнее, не дали нам, скажем так, вернуться в игру. Борьбы не получилось. Кто-то не понял, что нужно, девчонок, что нужно бороться. Очень много вопросов. Вот. Вроде поговорили, все сказали, начали, как вы говорите, но потом кто-то не вернулся в игру. Но, во-первых, в первой партии тяжело было из-за того, что зал, все равно есть какие-то еще, ну, привыкания, такие моменты, ну, тонкие, так скажем, вот. А так, в целом, суета была какая-то, расконцентрация, наверное, вот. А потом подстроились под игру соперника, вот, так сказать, читали действия, вот, и все, и уже пошла потом игра, пошел кураж, и на эмоциях за счет этого большинство выиграли, вот. В принципе, мы играли сегодня как бы неплохо, но у вас есть такой игрок Аслямова, который выходил на подачу и подавал по 5-6 эйсов. И вот за это мы как бы проиграли вот из-за этого больше. Да, с приема у нас, как я понял, был прием, и как бы у вас блок очень хороший и высокий. И за счет того, что у нас не было приема, нам было как бы сложно очень сняться. Вот из-за этого как бы сами. А так как бы играли очень хорошо. Ну, я думаю, мы, может быть, немного расслабились. Может быть, подумали, что у нас победа уже в руках. И немного отпустили Сахалин. Вот. Но в итоге все вместе собрались, выполняли установки тренера, ничего не забывали и дожали, смогли. В отличие от вчерашней игры, мы не мусолили ничего, сразу взяли и выиграли 3-0. Ну, я думаю, главное, как заканчивать, а не как начинать. Большую роль сыграли положительные эмоции. Вот, когда какой-то момент происходит, тяжелая защита, хороший удар, мы все сразу поднимаемся, все сразу радуемся, поддерживаем друг друга, и это заводит очень сильно. Вот, это помогает выиграть, прям 50% точно.